Возгорание на территории акционерного общества «Бурятмясопром» возникло ориентировочно в 9 часов. Горят сразу несколько неэксплуатируемых сухов. В данное время мы видим, что пожар практически локализован, идет проливка помещений. Во время видеосъемки на улице у заводских ворот на телеоператора неожиданно напали вахтер предприятия и один из заместителей генерального директора, пытаясь препятствовать его работе. Мужчина, женщина, руками не трогайте, отойдите, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста, занимайтесь. Не, вы отойдите. Где-нибудь в другом месте занимайтесь. Ворота закрываем. Ворота закрываем, все. Мужчина, подождите спокойно. Отойдите, пожалуйста, ворота сейчас на территорию. Меня руками не трогайте. Сейчас на территорию. Не трогайте, пожалуйста. Сейчас на территорию, уберите. Мы ворота закрываем. Отойдите от меня. После прибытия на место пожара руководителю УВД города к прессе у заводских ворот вышел еще один заместитель директора, который принес свои извинения за поведение сотрудников предприятия и озвучил предварительную причину пожара. Самое главное, скажите, жертв пострадавших? Нет, слава богу, жертв пострадавших нет ничего, я вас могу успокоить. Значит, просто здесь происходит что? Вот это все здания, они под демонтаж. По всей видимости, произошла аналогичная ситуация, которая была... Вот сравнительно недавно, по-моему, с колбасным заводом. То есть произошло либо самовозгорание, либо возгорание в результате неосторожного обращения с огнем. Масштаб пожара, в свою очередь, озвучил официальный представитель МЧС. По прибытию первого подразделения ПЧ-3 горит здание, кровля. И внутри здания, четырехэтажного здания, на площади 1000 квадратов. Отметим, по словам сотрудников МЧС и местных жителей, возгорание зданий, подлежащих сносу, происходит на предприятии с завидной регулярностью. И все они заканчиваются без жертв и пострадавших. Намсарай Намсараев, Екатерина Капустина. Новости дня.